упрыгоживанием города гомельчане занимались завсёды, правда, в соответствии с потребованиями своего часу. Вот эта скульптура, створенная еще до Великой Отечественной войны. Хлопчик и девчинка, которые надзирают за пингвинами, вероятнее за все, у зоопарку. Яким чином эта скульптура захавалася до нашего часу, сказать тяжко, але с кропки глядзення истории городской архитектуры, она и сегодня могла бы стать отметной особливостью Гомеля. Тем больше, что скульптуры тут завсёды любили и находили сродки для их установки. И еще одна мясцовая славутость – фонтаны. И они открываются практически что год. Сегодня, например, после капитальной реконструкции почне функционировать обновленный фонтан у сквера имя Громыки. Увогуле, как подтвердить статус лепшего, Гомелю пришлось вытримать довольно жесткий экзамен. Решение принималось згодно с оценками, которые выставляли около 10 министерств и ведомств, от Минприроды и Министерства охраны здоровья до Министерства архитектуры и Держком Майомости. Важно все, и транспортная инфраструктура, и объемы перепрацованных отходов. Предприятие наше «Спецкомтранс» уже несколько лет является лидером в Республике Беларусь по сбору, переработке, вовлечению в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Один из разделов усмотра конкурса – ночное оформление города. Мы здесь тоже лидируем. Все помнят по Новому году, как мы подготовились, какой город был, какой иллюминационный, какие подсветки зданий. С вышини птушиного полета это бачно особливо добро. Гомель – саправды зеленый город. Причем навод новобудовли на такую ситуацию практически не уплывают. Гомельчане не только имкнутся заховывать уже иснующее насаджение, але и что год высаживать тысячи новых древ. У вугли за пошние 5 годов город уже у третий раз становится лепшим у республиканском огляде санитарного стану и добропорядкования. А тому вымпел переможцы, отриманный у минулом годе, знов застанется у Гомеля. Что тычется гомельчан, то и они намагания мясцовых уладов подтримливают и сами имкнутся зробить город утульным для життя. За пошние 2-3 десятигодия, кажут, и он видовочно изменился у лепший бок, и это вельми приемно. Благоустроили наш парк центральный, набережную очень красивую, и вечером уже подсветка есть очень красивая, хорошая. Я бы сказала, что, конечно, чистота в городе очень хорошая, цветов много. Садят летом вообще очень клумбы такие ухоженные, красивые. Конечно, конечно, не сравнить, что тут говорить. Естественно. Гомель – красивый город. Я в нем живу всю жизнь, 62 года мне скоро, и я горжусь своим городом Гомелем. А причем Гомеля у своих категориях, которые залежат от колькости жихаров, лепшими у республиканском огляде санитарного стану и добропорядкования стали так само Рогачев, Житковичи, Наровля и Туров. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель».